Исторический музей принял личные документы Георгия Краснова. Писатель-профессор ушел из жизни в сентябре 2012 года. Краснов – автор более 10 романов, 30 повестей, 10 комедий и других произведений. На торжественном мероприятии собрались родственники и друзья видного деятеля. Георгий Васильевич родился в 1937 году в Ядринском районе. Окончил цивильский сельхозтехникум и факультет журналистики МГУ. Краснов работал главным редактором и заместителем председателя Республиканского телерадиокомитета, председателем правления Союза писателей, преподавал на факультете журналистики Госуниверситета. Георгий Васильевич много сделал для развития жанра детской приключенческой повести, а также для научно-фантастической и детективной литературы. На сценах театров Чувашии долгое время шли его пьесы, а телевидение впервые показало многосерийные телеспектакли, автором которых был именно Георгий Краснов. Когда умер папа, к сожалению, при его жизни мне, естественно, я об этом не задумывалась, но после смерти, будучи историком, я поняла, что вот очень многие документы связаны с работой моего отца, который был и редактором чувашского журнала «Таван Адал» и долгое время работал на радио, будут ценными для изучения истории нашей республики, жизни людей в нашей республике во второй половине 20 века.